Представьте себе, что вы стоите под ночным небом, усыпанным звездами. Каждая из них – часть огромной истории, начавшейся почти 14 миллиардов лет назад. Но чем больше мы смотрим в космос, тем больше понимаем, что Вселенная – это не просто звезды и планеты. Это загадка, где некоторые кусочки пазла упорно не хотят вставать на место. Сегодня я расскажу вам о трех таких кусочках – сверхмассивных черных дырах, которые появились, когда Вселенная была еще младенцем, темной материи, невидимой, но вездесущей. И странных эффектах теории относительности, которые заставляют нас пересматривать законы физики. Это история о том, как эти загадки переплетаются и почему они могут привести нас к новой картине мира. Подписывайтесь на канал, жмите лайки и держитесь крепче. Мы отправляемся в путешествие через космос и время. Начнем с черных дыр. Вы, наверное, слышали о них. Это такие космические объекты, которые засасывают все, даже свет. Но вот что удивительно, некоторые из них с массой в миллиарды наших солнц существовали, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Это как найти взрослую секвою в саду, где только вчера посадили семена. Как они могли так быстро вырасти? Наши модели говорят, что черные дыры растут, поглощая газ и звезды, но этот процесс должен занимать миллиарды лет. А тут – бац! И уже через 700 миллионов лет после Большого взрыва мы видим гигантов. Например, в 2024 году телескопы Джеймс Уэбб и Чандра нашли черную дыру в галактике, которая жрет материю в 40 раз быстрее, чем должна, если верить нашим расчетам. Она находится в 1,5 миллиарда лет от Большого взрыва, и это открытие перевернуло все с ног на голову. Ученые называют это нарушением предела Эддингтона. Это как если бы машина разогналась до скорости света, игнорируя все законы физики. Что-то тут не так. И это что-то заставляет нас задуматься. Может, мы чего-то не знаем о том, как работают черные дыры. Давайте разберемся, что такое предел Эддингтона. Когда черная дыра поглощает газ, он нагревается и начинает светиться, как раскаленная лампочка. Этот свет давит на падающий газ, как ветер на парус, и если дыра ест слишком быстро, свет буквально выталкивает газ обратно. Это как пытаться налить воду в полный стакан, она просто выплескивается. Предел Эддингтона – это максимальная скорость, с которой черная дыра может поглощать материю, не отталкивая ее. Но эта черная дыра, найденная Джеймс Уэбб, плюет на этот предел. Она ест так быстро, что ученые гадают, может, там есть какой-то секретный компонент. И вот тут на сцену выходит темная материя. Темная материя – это, пожалуй, самая большая загадка космоса. Она составляет 27% всей массы и энергии Вселенной, тогда как обычная материя – звезды, планеты, мы с вами – всего 5%. Но вот в чем загвоздка – мы не можем ее увидеть. Темная материя не светится, не поглощает свет, не излучает ничего, что мы могли бы поймать телескопами. Мы знаем, что она есть только потому, что она тянет на себя все вокруг своей гравитацией. Представьте, что вы смотрите на марионеточный спектакль, но видите только кукол, а не кукловодов. Темная материя – это и есть кукловоды, которые дергают за ниточки галактик. Например, звезды на окраинах галактик вращаются так быстро, что без дополнительной гравитации они бы просто улетели в космос. Это в 1930-х годах заметил астроном Фриц Цвикки, а позже Вера Рубин подтвердила, изучая кривые вращения галактик. Еще одно доказательство – гравитационное линзирование, когда свет от далеких звезд искривляется, проходя мимо массивных объектов.
Эти эффекты говорят, темная материя реальна. Но что она такое? Большинство ученых думали, что темная материя — это какие-то частицы, которые почти не взаимодействуют с обычной материей. Их назвали WIMPs — слабо взаимодействующие массивные частицы. Но вот беда, несмотря на десятилетия поисков в подземных лабораториях и на ускорителях, WIMPs так и не нашли. Есть и другие кандидаты, например, аксионы — легкие частицы, которые могли бы заполнить Вселенную. Но есть и более дикая идея, что если темная материя — это не частицы, а крошечные черные дыры, родившиеся в первые мгновения после Большого взрыва. Их называют первичными черными дырами, и они могут быть ключом к нашей головоломке. Первичные черные дыры — это не те черные дыры, которые образуются из умирающих звезд. Они появились, когда Вселенная была еще горячей и плотной, как суп в микроволновке. В те первые доли секунды после Большого взрыва некоторые области могли быть настолько плотными, что схлопнулись под собственной гравитацией, образуя черные дыры. Эти дыры могли быть разного размера, от микроскопических до таких, что весят как 1000 солнц. Если их достаточно много, они могли бы объяснить темную материю. А еще, внимание, некоторые из них могли стать семенами для тех самых сверхмассивных черных дыр, которые мы видим в ранней Вселенной. Представьте крошечная черная дыра, рожденная в хаосе Большого взрыва, начинает поглощать газ и пыль, растет, сливается с другими такими же дырами и бум! Через несколько сотен миллионов лет у нас есть монстр массой в миллиарды солнц. Эта идея объясняет, почему мы видим такие гигантские черные дыры так рано и связывает их с темной материей. Но как проверить эту гипотезу? Тут нам помогает телескоп Джеймс Уэбб. В 2022 году он начал показывать нам галактики, которые существовали, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. И вот сюрприз, эти галактики оказались слишком большими и развитыми для своего возраста. Это как найти в детском саду ребенка, который уже пишет докторскую диссертацию. Одна из теорий, первичные черные дыры могли ускорить формирование этих галактик, действуя как гравитационные центры, вокруг которых собирались звезды. Еще одно доказательство приходит от LIGO, обсерватории, которая ловит гравитационные волны, рябь в пространстве времени от слияний черных дыр. Некоторые из этих слияний включают черные дыры с массами, которые не совсем подходят под обычные звездные черные дыры. Может, это первичные черные дыры? Пока это только гипотеза, но она чертовски захватывающая. Теперь давайте поговорим о третьем кусочке пазла – эффектах теории относительности. Вы наверняка слышали про Эйнштейна и его теорию, которая говорит, что пространство и время – это не жесткая сетка, а что-то вроде резинового листа. Массивные объекты, такие как черные дыры, прогибают этот лист, искривляя пути света и замедляя время. Возле черной дыры – эти эффекты становятся такими сильными, что наши обычные представления о мире ломаются. Например, если вы подлетите слишком близко к черной дыре, для вас время будет идти нормально, но для наблюдателя снаружи вы будете выглядеть, как будто застыли на месте, медленно исчезая у горизонта событий, точки, за которой нет возврата. Это называется гравитационным замедлением времени. И это реально, а не фантастика. Но как это связано с нашими загадками? Ученые изучают, как материя ведет себя в таких экстремальных условиях, чтобы понять, как черные дыры растут и что такое темная материя. Один из способов
смотреть на кварк-глюонную плазму. Это состояние материи, которое существовало в первые микросекунды после Большого взрыва, когда Вселенная была такой горячей, что кваркс и глуонс, строительные блоки протонов и нейтронов, плавали свободно, как рыбы в супе. Сегодня мы можем воссоздать эту плазму в ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРН. Там ученые сталкивают тяжелые ядра, создавая температуры в миллионы раз выше, чем в центре Солнца. И вот что интересно, эта плазма ведет себя как почти идеальная жидкость с очень низкой вязкостью, что помогает нам понять, как материя вела себя в ранней Вселенной или вблизи черных дыр. Недавно эксперимент «Феникс» на релятивистском коллайдере тяжелых ионов показал, что даже столкновения маленьких ядер с большими могут создавать крошечные капли этой плазмы. Это как найти следы древнего океана в капле воды. Изучая, как эта плазма течет и теряет энергию, мы можем узнать, как материя ведет себя в экстремальных гравитационных полях, например, у черных дыр. А еще это может дать подсказки о темной материи. Некоторые ученые думают, что релятивистские эффекты, вроде искривления света или изменения энергии частиц, могут объяснить, почему темная материя так трудноуловима. Например, если темная материя состоит из первичных черных дыр, их гравитационное поле может менять спектры излучаемых частиц, создавая уникальные сигналы, которые мы могли бы поймать. Теперь давайте свяжем все вместе. Представьте раннюю Вселенную, горячий, плотный хаос, где рождаются первичные черные дыры. Некоторые из них достаточно малы, чтобы составлять темную материю, влияя на формирование галактик своей гравитацией. Другие растут, поглощая газ и сливаясь друг с другом, превращаясь в сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем в молодых галактиках. А вокруг этих дыр пространство и время искривляются так сильно, что релятивистские эффекты становятся ключом к пониманию их роста. Может быть, темная материя помогала этим дырам расти быстрее, создавая плотные ореолы газа. Или релятивистские эффекты у горизонта событий скрывают квантовые процессы, которые мы пока не понимаем. Все это указывает на одну большую идею: нам нужна новая физика, возможно, квантовая теория гравитации, чтобы объяснить эти феномены. Но как мы ищем ответы? Телескопы вроде Джеймса Вебба позволяют нам заглянуть в прошлое, к первым галактикам. LIGO ловит гравитационные волны, которые могут рассказать о слияниях черных дыр, возможно, первичных. А ускорители, такие как Большой адронный коллайдер, создают условия, близкие к тем, что были в начале Вселенной. Есть и новые идеи, например, атомные часы, которые могут уловить крошечные колебания пространства-времени, вызванные темной материей. Или будущая миссия LISA, которая будет искать гравитационные волны от слияний сверхмассивных черных дыр. Каждое из этих открытий как новый кусочек пазла, который приближает нас к разгадке. Давайте на минутку остановимся и подумаем, почему это так важно. Эти загадки не просто игрушки для ученых. Они заставляют нас задавать вопросы о природе реальности. Что такое пространство и время? Из чего сделана Вселенная? И, может быть, самое главное, как мы, крошечные существа на маленькой планете, можем понять что-то настолько огромное. Каждый шаг в этом направлении — это не только новые знания, но и новые технологии, новые способы мышления. Когда-то теория относительности Эйнштейна казалась чистой математикой, а сегодня она помогает нам ориентироваться по GPS.
Кто знает, какие изобретения принесут нам исследования темной материи или черных дыр. Но есть и философская сторона. Вселенная — это не просто набор звезд и галактик. Это единая система, где микромир частиц связан с макромиром космоса. Черные дыры, темная материя, релятивистские эффекты — все они намекают, что наши законы физики — это только часть большой картины. Может, мы стоим на пороге открытия, которое изменит все, как когда-то теория Эйнштейна перевернула ньютоновскую физику. Или, может, мы просто увидим, что Вселенная еще сложнее, чем мы думали. В любом случае, это путешествие стоит того. Так что же дальше? Ученые продолжают копать. Телескоп Нэнси Грейс Роман, который скоро запустят, будет искать следы ранних галактик и, возможно, первичных черных дыр. Новые эксперименты по поиску темной материи, такие как Крест-3, пытаются поймать сигналы от легких частиц или других кандидатов. А в лабораториях по всему миру физики моделируют кварк-глюонную плазму, чтобы понять, как Вселенная перешла от горячего хаоса к звездам и планетам. Это междисциплинарная работа астрофизики, физики частиц, математики. Все они нужны, чтобы сложить этот пазл. И вот что меня поражает. Несмотря на все наши технологии, несмотря на телескопы, которые видят на миллиарды световых лет, и ускорители, которые создают мини-большие взрывы, мы все еще в начале пути.